Банде Гуру Пададандам Бхактабиндасаманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопижано Самаюктам Бриндаваном Манохарам Ванша Калпатару Васики Пасинду Бевача Патитананг Павуни Бхавишна Вибхьо Намо Намаха Мукан Кароти Вачаланг Пангунланг Хайтагири Джатки Патамаханга Ванди Парамананда Мадава Бриндави Тулсиде Бхайпиявы Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвайи Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттама Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагодварна Дейям Сада Паривабагна Мавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Вита Тюхам Панутавал Бхавад Дипутам Банде Махапурусате Чаруна Ревиндам Джатпада Паллавана Качандамани Чатая Висхуриджита Кимапигабавадушвадарши, Пурнан Рагара Сасагару Сарамурти, Сарадхикамай Кадакипанкрас, Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда, Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Аджануламбита Бхужау Канака Бодато Шанкиртаной Капитаро Камала Ятакшо Вишамбару Диджавару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дадасинитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманонго Мада Пахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги саджасва бадане лакшмир жасва цавакшаси жасьясте хидай самбит твам нишинга махам бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Аханьяни Бхутани Гачанти Йохо Джамалаям Шешам Саварамичами Кимас Чарджамати Парамам
Ahanyani Hutani Gacchanti Ho Yamalayam Shesham Savaramichami Kimas Charjamati Paramam Gaudiya Goshtipati. Гаудия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, если мы видим все в связи с Анантадевом, не будет никаких проблем. Then there is no problem. Otherwise, different kind of selfishness, narrowness. Но если это не так, то эгоизм и другие грязные пороки будут в нас, будут присутствовать в нас, и из-за них мы лишимся всего. Really so, when we can see everything with a narrow mind, когда мы смотрим все под влиянием ложного эго, мы видим мы испытываем неудовлетворенность, испытываем бесконечное желание. Giving teachings to, Прочета. В Бхагаватам описано, как Нарада Махарадж дает наставление Прочетан Дакше. То есть сыновьям Дакша. Дакша Махарадж хотел, чтобы его сыновья были погружены в материальную самсару. Но сыновья этого не хотели. Дакша Махарадж был как раз-таки под руководством, находился под руководством ложного эго. Как вы помните, он оскорбил Шанкар Бхагавана, который в действительности является Парамахамсой. Он оскорблял его ужасными словами. «Ты похож на обезьяну. Я отдал тебе свою дочь, хотя ты недостоин ее». Если вы кого-то оскорбляете, в этот момент означает, что вы думаете о себе хорошо. Вы ставите себя на пьедестал и воспринимаете себя как значимого человека. Потому что только с такой позиции можно кого-то оскорблять. Ведь если присутствует смирение, мы готовы выражать почтение другим и не ждем почтения к себе. Соответственно, они способны никого оскорбить. Итак, Дакша Браджапати как раз-таки и не обладал таким смирением. Оскорбил Шанкар Бхагавана. Хоть Шанкар Бхагаван и ничего не сказал ему в ответ, потому что у него была бхакти. Несмотря на то, что Шанкар Бхагаван никак не ответил, вся ягья Праджапати Дакши была разрушена. И все, кто благосклонно находились к нему, относились к нему, были убиты. Их головы были отрублены. В конце концов, полубоги обратились к Шанкар Бхагавану. Шанкар ответил, я не принимаю во внимание его слова, потому что я знаю, что обусловленные души склонны к такому настроению.
Но если вы кого-то оскорбляете, этот человек ничего не говорит в ответ, не значит, что вы сможете избежать наказания. Как правило, вайшнавы не отвечают на оскорбления. Тем не менее, вам все равно придется пожинать реакцию, плоды такого оскорбления. Из-за всего случившегося Парвати Деви захотела оставить тело. Вся яги была разрушена, Дакша снесли голову и всем его последователям. В конце концов, полубоги взмолились Шанкаре, пожалуйста, прости их, они же обусловленные души. Я знаю, сказал Шанкар, но то наказание, которое они понесли, было лишь для того, чтобы они стали лучше, чтобы они излечились от своей болезни. Даже в материальном мире приходится пожинать плоды за свои проступки. Если человек совершает преступление, полиция ловит его и сажает в тюрьму. Они подвергают такого человека наказанию, преступника наказанию. Но в действительности это не есть решение проблемы, потому что такой преступник нуждается в лечении. Но когда срок наказания подойдет к концу, этот человек снова выйдет на свободу и сможет продолжать свои преступления. Но что необходимо обусловленной душе, чтобы ее душа, ее атма изменилась? Какое бы наказание государство не придумало для преступника, это не станет, это не изменит его душу, не изменит его в корне. Шанкар Бхагаван также лечит нас, тех, кто поклоняется Бхагавану, тех, кто благосклонны к Бхагавану. Шанкар Бхагаван постоянно, всегда обращает внимание на тех, кто склонен поклоняться Вишну и помогает такому человеку. Во всех шастрах сказано, что Шанкар — великий учитель. Итак, Шанкар Бхагаван наказал Праджапати Дакшу и всех участников Яги. Яги не была завершена. Полубоги взмолились, пожалуйста. Пожалуйста, возобнови ягью. Ягья не была завершена, нужно ее завершить. Тогда Шанкар Бхагаван оживил всех, кого убил, всех, кто умер. Но проблема была в том, что часть тела, что голова Дакши попала в огонь, она была сожжена. И, соответственно, уже невозможно было вернуть его к жизни. В этом случае можно было просто объединить тело с головой, и он бы ожил. И тогда Шанкар сказал, отрежьте голову козе. Отрезали голову и приделали к телу Дакши. В этом, конечно же, кроется глубинный смысл.
Человек, который слишком привязан к материи, к семейной жизни, приравнивается к козлу, козе. Праджапати Риша начал просить прощения, раскаиваться в том, что он совершал ошибку. Он возносил стотры, просил прощения, но в сердце все-таки оставалась зависть к Шанкар Бхагавану. After that, he was bound to take birth as Prachetas Daksha. He was bound to take birth again. Впоследствии ему пришлось родиться вновь. Leave body and going to take birth again as Prachetas Daksha. Как Прачетан Дакша, как отец Прачетан. But then also, his mood was not totally changed. И даже в этом рождении его настроение было таким же, как у Дакши, практически таким же, потому что он не искупил те оскорбления, которые нанес Шивджи. И в своем следующем рождении он уже оскорбил Нараду. Он и его братья хотели совершать баджан, а сам Дакша не хотел. Они так или иначе все вместе они пошли совершать баджан и по пути встретили Нараду. Нарада дал им мантру, чтобы они смогли преуспеть в баджане. В конце концов, они встретились с Бхагаваном, с Шанкар Бхагаваном. Он вышел из пруда, поднялся со дна пруда и рассказал им гиту. Существует много гит. Мы думаем, что есть одна, но их много. Гита означает песню, которую кто-то спел. Шримад Бхагават Гита означает гита, рассказанная Кришной. When one fetus is there, he is praying to God, I have done mistakes, so I am inside the womb of mother, please excuse me. This way is one Garbha Gita, Gopi Gita, Gopi Gita, Venu Gita, Venu Gita. After that Rudra Gita, what I am speaking about. Rudra Gita, которую рассказал Шанкар Бхагаван. Шанкар Бхагаван wanted to give topmost knowledge of detachment. How you can В ней Шанкар Бхагаван передает знания об отречении, как развить в себе отречение к материальному и как осознать абсолютную истину. Дакша все опять стал. Дакша, отец мальчиков, которые встретились с Шанкарой, проклял Нараду, потому что тот обучил их баджану. Он сказал, с этого момента ты не задержишься надолго в одном месте. Нарада порадовался такому прославлению, такому проклятию, потому что саду и должен путешествовать, не должен находиться в одном месте. Он должен проповедовать. Те, кто по-настоящему переживает за обусловленные души, стремятся помочь им, ходя от двери к двери, постоянно путешествуя. Я рассказывал о том, как Нараджи Махарадж пришел встретиться с Читракету Раджой, когда тот так страдал, когда тот переживал из-за того, что у него нет детей. Нарада Махарадж помог Читракету Махараджу обрести сына.
Первая его жена родила ребенка. Но потом ребенка убили из-за зависти. Вся проблема в том, что обусловленная душа не может осознать, что этот мир относителен. Сколько бы татвы она ни слушала, она не может осознать, что тело относительно. Что оно пожинает плоды кармы. Я хочу рассказать об одном случае. Бхарати Махарадж также рассказывал о нем. В Асаме жила бедная семья. По соседству жил Браман, и они были хорошими друзьями. И однажды глава семьи плакал, начал плакаться своему, то есть жаловаться своему близкому другу Браману. Я не знаю, как выдавать замуж свою дочь. Нет денег совершенно на свадьбу. Может быть, ты мог бы занять мне немного денег, чтобы я устроил свадьбу, а потом я верну тебе. Тот дал ему деньги в долг. Дочь выдали замуж. Помимо дочери, в семье был еще сын. Как только дочь выдали замуж, ее отец, глава семьи, оставил тело. Друг очень переживал о смерти этого человека. Он занял у него деньги, и тот ждал возврата. Переживал, что никто теперь ему не вернет эти деньги. Во сне человек, который умер, пришел во сне своему сыну и сказал: «Ты не мог бы ты заплатить деньги за меня? Я должен был отдать долг, но я умер. Если я уже родился в доме этого брахмана, у которого занял деньги, как собака. Посмотри, у него есть собака, это я. Если ты не вернешь ему деньги, мне придется сильно страдать. Но сын не отнесся серьезно к этому сну. Он не стал относиться к этой собаке как к своему отцу. Таким образом, это говорит о том, что все относительно в этом мире, что все временно. Если вы осознаете, как сохранять баланс в отношениях,
с вашим окружением в соответствии с шастрами. То есть, если вы не можете такой баланс поддерживать, то эти отношения станут оковами. В шастрах сказано, что отношения с мужем, с сестрой, женой, отцом, матери настолько сильны, что порой даже Муни и Риши являют подобные лилы, несмотря на то, что у них нет привязанности. Дхрува Махарадж был маленьким ребенком, был совсем маленьким, когда его мачеха не позволила ему сидеть на коленях отца. Суннити, первая жена царя, мать Друвы, была очень хороших качеств и красивая, и с хорошим характером, самосознавшая себя душа. Но почему царь был так привязан ко второй жене? Это проделки Майи. Первая жена никак не была хуже второй. Но царь был привязан именно ко второй. Суннити жила за пределами дворца. Как я уже рассказывал, Дхрува Махарадж ушел в лес совершать баджан. Утканта означает вдохновение. Материальное вдохновение не несет ничего хорошего. Оно бессмысленно. Оно только помогает заработать сердечный приступ. Но трансцендентное вдохновение очень полезно, очень помогает нам. Без него невозможно встретиться с Бхагаваном. Должно быть сильнейшее желание встретиться с Бхагаваном. Тогда вы достигнете цели. Но если будете совершать холодный баджан, это нет ничего хорошего. То есть, если чувства ваши будут холодные, когда нет вдохновения, нет должных усилий, усилия не прикладываются, такая деятельность бессмысленна. Постоянно вдохновение должно присутствовать в преданном, как Прабхупад, сколько он сделал за всю свою жизнь. Так даже этого не смогли бы сделать даже полубоги, столько всего. Дхрува с таким глубоким вдохновением ждал встречи с Бхагаваном. Когда я встречусь с ним? He is bound to come. This Samudkantha. Vishwanathakudva speaking, this Samudkantha, a great excitement, was the main reason for why
Именно благодаря саму Тканте, вот этому чувству, нетерпению встретиться с Бхагаваном, Бхагаван очень быстро пришел к Друве. Даже 6 месяцев не прошло. When he started bhajan, by the kripa of Naraji Maharaj, he was doing bhajan. There is one special kind of fruits, very small fruit, badrika. Там в лесу росли особые фрукты, которыми питался Друва. Every 3 days. Наел он их всего раз в 3 дня. Every alternate 3 days. He used to take one badrika for. По одной штуке. И пил немного воды. Every 3 days. This way, he is going to do bhajan for 1 month. Так он таким образом он совершал бхаджан на протяжении месяца. Whole month gone. Every alternate 3 days. Not that every day. After that, next month, he is going to take some leaf from. Через месяц он начал питаться листьями с дерева. Жевал листья и немного пил. Спустя еще месяц он решил отказаться даже от этого. Он начал подбирать сухие листья с земли и питаться ими. Так прошел еще 1 месяц. Затем он перестал есть даже это и только пил воду. Раз в 3 дня. Когда прошло 4 месяца, он прекратил что бы то ни было вкушать, и пить, и есть он прекратил. Он стал поддерживать жизнь с помощью дыхания. Муни и Риша получают витамины, необходимые вещества для жизнедеятельности из воздуха. В йога-шастре описано, что если ты сидишь в такой мудре, то можно восполнить дефицит витаминов. Много мудр существует, и каждый имеет особое значение. Но нам не надо это знать. Если узнаете, начнете этому следовать, забудете про бхаджан, про поклонение Кришне. Гораздо более эффективно санкиртана. Но через 5 месяцев, спустя еще 1 месяц, он прекратил даже дышать. Он стоял на кончике большого пальца правой ноги, сложив в молитве руки. Он прекратил дышать, не вдыхал и не выдыхал. Тогда полубоги начали задыхаться, у них стало не хватать кислорода. Да не только полубоги, весь мир стал сотрясаться, всем не хватало воздуха. Они побежали к Брахме, а Брахма обратился к Бхагавану, что теперь делать? В мире заканчивается кислород. It is actually because the son of Uttanka,
Все из-за сына Уттанапада. Он прекратил дышать. Но он заключил меня в свое сердце, сказал Бхагаван. Я уже нахожусь в его сердце, он наблюдает за мной, смотрит на меня, не дышит и крепко держит меня в сердце. А во мне присутствуют все миры, весь мир находится во мне, а я внутри Друвы, а он не дышит. Именно поэтому вами не хватает кислорода. Не переживайте, мы разрешим эту, я разрешу эту проблему. Бхагаван предстал перед Друвой в Мадхуване, но Друва не открывал глаза, потому что он созерцал Бхагавана закрытыми глазами. Но Бхагаван тогда исчез с видения Друвы. И Друва открыл глаза. Он начал... Он не мог вознести ставы и стути прославления Господу, потому что он был маленьким. Но Бхагаван осознал, что Друва хочет что-то сказать, что-то как-то прославить Господа. Тогда он прикоснулся раковиной к его щеке. И Друва начал со скоростью ветра произносить ставы и стути прославления Господа. Итак, в Мадхуване Друва достиг совершенства. Он встретился с Господом. В конце концов, ему пришлось исполнить наставление Бхагавана, он занял управляющий пост, хоть и не хотел этого. А в Мадхуване всегда, с тех пор, присутствует Господь. Если по-настоящему искренне кто-то будет там молиться, Бхагаван внемлет, ответит его молитвам. Когда вы спуститесь с Друватилы, вы попадете на главную дорогу. А разумные саду знают, как срезать ее. И прийти на Кришна-кунду. Это большое озеро. На берегу этой кунды находится Шанкар Бхагаван, возможно. Также там находится Кришна Кунда, и прямо напротив нее Гаудия Сева Ашрам. Это старый ашрам. Я уже рассказывал о Парват Бабе. Это ученик Шрилы Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа. Он был абсолютно неграмотный, не умел даже писать. Тем не менее, он достиг большого успеха в проповеди. Потому что проповедовать без гуру бхакти невозможно, а если оно есть, то можно, не нужно никакого образования. Потому что бхава передается не при помощи языка, чего бы то ни было еще, а от сердца к сердцу. Все браджаваси знали Парват Бабу.
he could wrestling, you know, kusti as a number one. And Brajavasi, yeah, Brajavasi always, still today you can find, they are taking the milk of buffalo, you know. Those who are taking milk of buffalo, their head become blockheaded. Брожевайся пьет молоко буйволов, из этого они глупеют. Мозг уже не работает, как прежде, но им нравится. Тем не менее, развивается тело и становятся сильными. И они так забавляются, что борются друг с другом. А Парват Баба всех превосходил в этом. Когда Брадживаси начинали состязания, Баба говорил, вот это ты неправильно делаешь, надо, не так, не так. И он сам принимал участие в этих состязаниях и был лучшим. Все давали ему пожертвования, даже в значимых местах, на Говардхане, всюду давали пожертвования. Его храм находится там, в настоящий момент там. Никто не живет, кроме одного севака. Какое-то время я проводил в этом храме. Одну ночь. Там находится Гирирадж Махарадж, Шрила Бхактивелла Тиртха Махарадж часто посещал этот храм. Много раз посещал этот храм, читание Гаудия Матх поддерживает этот матх. От Нидувана придется пройти 6-7 километров. До следующей деревни. По глиняной дороге, пыльной дороге, и вы придете в Таллаван. Это также очень важное место. В Бхагаватам описано это место. Мальчики-пастушки решали за день вперед, где будет следующая игра происходить, куда они отправятся в следующий день. Поэтому весь Вриндаван, везде Кришна совершал свои лилы по всему Браджу. Сегодня они играли в одном лесу, а в другом — в другом. В Таллаване они также совершали свои игры. Там Кришна Балара, мальчики-пастушки. Мальчики-пастушки Шридам, Судам сказали, мы очень голодны. Хорошо бы было снять плоды с дерева. Сладкие сливы. Наше еще старое поколение, наши бабушки, отцы,
родители готовили, знали, как приготовить и цветки банана, и сливы. Цветки банана очень полезны для организма. Махапрабху каждый день ел их. Особенно внутренняя часть очень полезна. Если выпить стакан сока, никогда не будет давления повышенного. One medicine outside country, they are getting same medicine from here, and they are going to make medicine and they are going to sell 100% more costly. Я знаю, что компании дешевые лекарства здесь производят, то есть которые на приготовление которых не требуется много средств, они готовят и потом продают за огромные деньги, за значительно большую цену. Им практически бесплатно достаются лекарства. А мы покупаем это за большие деньги. Есть одно растение, которое, если съешь пару штук, никогда не будет проблем с печенью. Но люди в основном не знают об этом. Пока, когда Кришна пытался сорвать с дерева, на него там появились демоны, которых подослал Камса. Там был Дхенукасур, который был необычайно могущественен. Произошла огромная битва между Кришной Баларамой и Дхенукасурой. Дхенукасур, в конце концов, был поражен, был побежден Баларамой. Он умер. А тело его было настолько огромным, что сложно представить. Когда Баларам его подбросил, но он упал, он придавил своим телом все деревья, которых было очень много. Талван был огромным, имеется в виду полон деревьев, полной растительности, но все было придавлено телом этого демона. С тех пор пальмовые деревья не растут во Враджадхаме. Только два дерева сохранились, с ними ничего не случилось. Это какое-то чудо. Они по сей день растут там. Мы предлагаем поклоны этим деревьям и этому месту, Кунде, которое находится там, Баладева Кунда. Иногда я проводил там какое-то время днем. If you can give, not give me. If you can give some chapati, you wait.
Следующее место находится на расстоянии 10 километров от Талбана. Нужно знать дорогу, чтобы не ошибиться. Дорога непростая, идти придется под раскаленным солнцем. Следующее место называется Кумудван. Там я обычно оставался на ночь. По желанию Мадхава Госвами Махараджа, наш Бхактивалабхтиртха Госвами Махарадж построил там ашрам. Но там никто не живет, всего один человек. Там, в этом месте, недостаточно воды. И Тиртха Госвами Махарадж потратил как минимум 10 лакхов рупий для того, чтобы устроить там водопровод, так, чтобы послужить браджаваси, которые нуждались в воде. Им приходилось ходить за водой на 10-12 километров, чтобы просто принести питьевую воду. Но Тиртха Махарадж провел туда воду, потратил огромную сумму, чтобы пробурили скважину. И все браджаваси с тех времен приходят туда и набирают там свежую воду. Прабхупад устанавливал лотосные стопы Махапрабху во всех местах, где, которые посещал Махапрабху. И Махапрабху посетил все места в Браджа, и Кумудван, и Талван. Кумудван настолько прекрасен, так, как будто бы полубоги сами украсили его. В настоящий момент его все там изменилось, но раньше все было в цветах, плодах. Там находится кунда под названием Капиламуни, кунда Капиламуни, потому что там он совершал баджан. Some Puran writing here, they are so Puran you have to collect. And this way, Brajadham, all different places we know. Чтобы составить полную карту святых мест Браджадхамы, необходимо пересмотреть все шастры, потому что в разных шастрах даны сведения о разных местах. Там, в том месте, Кришна совершал игры с гопи. Кришна очень любил это место и являл там много лил. Там, когда Махапрабху приходил туда, коровы лизали его тело. The coward boys like to forcefully take the cow, but cow not going.
Пастухи пытались увести их, но коровы не отходили от Махапрабху, продолжали облизывать его. В Кумудване и Кришна совершал много лил, и Махапрабху провел там время. Поэтому парикрама должна посещать это важное место. Это один из 12 главных лесов Вриндавана, поэтому им пренебречь нельзя. Сейчас Браджаваси застроили это место, построили дома, и день за днем Брадж меняется, его облик. Поэтому нам нужно прибегнуть к помощи глаз любви. Если мы будем материальными глазами смотреть, мы увидим много недостатков. Если мы будем делать это, если мы будем видеть недостатки в Браджаваси и в Браджадхаме, это погубит нас. Экология страдает, все застраивается. Тем не менее, Вриндаван — это Вриндаван. Он неизменен. Не старайтесь что-то увидеть при помощи материальных глаз. Развивайте силу, развивайте зрение при помощи баджана, чтобы ваш третий глаз открылся, и вы узрели. I can go to the kitchen and make some chapati, everything very plain, on my own risk. Or if, sometimes begging aduguri from some places, and sometimes it happens so. Я оставался вместе в этом небольшом храме, который построил Шри Бхактивинода Тиртха Махарадж. Браджаваси позволяли мне. Порой я просил пожертвования, собирал мадхукари. Или готовил сам, или они что-то приносили мне. Днем там можно раздобыть йогурта. Они сбивают, создают йогурт, из него делают ги. Там также находится лотосные стопы читания Махапрабху. И каждый день им проводится арати. Харикатху рассказывать бессмысленно, потому что браджаваси не поймут, они понимают только киртан. Завтра мы поговорим о следующем месте. На сегодня я хочу закончить. В будущем мы пойдем в Бахулаван и многие другие места. Штока, с которой я сегодня начал, произнес Юдхиштхир Махарадж.
когда давал ответ Ямараджа Махараджу, который предстал перед ним как Якша. Этот разговор состоялся на Вималакунде. Но на самом деле все так говорят, но это не так. Разговор состоялся на Дармакунде. Не так-то просто отыскать это место. Дорога сложна. Если вы не можете терпеть трудности дороги, лучше и не ходить, потому что вы не только плодов парикрамы не получите, еще и апарадхи совершите. Итак, шлока гласит. На ответ Якши, что самое поразительное в этом мире, Юдхиштхира Махарадж отвечает. Что может быть поразительнее того, что несмотря на то, что ежедневно люди видят, как другие умирают, как тела несут на кладбище, несут в крематории, они не думают, что когда-то настанет их час. Люди не думают, что умрут они, что, возможно, это произойдет уже через несколько минут, что так или иначе это произойдет с ними. Люди смотрят на похороны, но они думают, что то же самое произойдет и с ними. Что может быть более поразительно, чем это? Сколько людей по всему миру ежедневно умирает? Джив. Сколько джив, включая людей? Но люди думают, что это не произойдет с ними, они могут спокойно наслаждаться этим миром. А когда-нибудь в далеком будущем, возможно, я оставлю тело, но не сейчас. So when Wednesday is Ekadashi, so very quickly.